Эти победные мгновения зенитовцы испытывают вот уже четвертый раз подряд. Однако это чемпионство было с особым колоритом. Во-первых, клуб был основан в этот же день 18 лет назад. Во-вторых, после долгих скитаний по Европе, финал четырех наконец доверили провести спортивной столице России. Этого события в Казани ждали все. Казанский «Зенит», который выиграл в своей истории практически все награды, наконец-то это сделал у себя дома. И эта победа, она очень знаковая. Сегодня клуб празднует свое 18-летие, и эта игра стала заключительной у одного из лучших игроков всей планеты Вильфреда Леона в составе казанского клуба. Вот они, чемпионы! В тот момент, когда Леон взял в руки микрофон, у многих на глазах слезы. Этот 24-летний кубинец, пожалуй, одна из самых ярких фигур в современном волейболе. Его сравнивают с Роналдо в футболе и с Майклом Джорданом в баскетболе. Эта игра стала заключительной для Леона в составе «Зенита». Леон лучший в мире, наверное, это факт. Поэтому таких игроков, я думаю, больше в мире нет. Вот. Но это жизнь, поэтому у Лео теперь своя дорога, у «Зенита» своя. Поэтому, к сожалению, приходится прощаться с Лео. Лео там столько отдал этому клубу, заслуженно, я не знаю, ну все эпитеты, которые у меня есть, можно сказать, его адрес, да, спасибо ему большое. Ну и, конечно, эта команда чемпионская, это чемпионский состав. Вечером чемпионство, утром награждение у президента. Владимир Олекна и Максим Михайлов награждены медалью ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. Также шести игрокам и врачу команды вручили медаль за доблестный труд. Вы привносите в нашу республику вот такие победы, они очень важны. Благодаря вашим спортивным достижениям волейбол в республике получает новый импульс к развитию. Уверен, вы и дальше будете радовать нас своими победами, хотя не всем это нравится, ваши победы, но нам это очень нравится. Победа без всякого преувеличения. Это огромная-огромная заслуга наших болельщиков. Они выдержали, вынесли нас на руках, они трансформировали тяжелые для нас моменты в позитив. Вот, играть все сейчас говорят не о медалях, не об этой победе. Все говорят только о публике, зал, организации, как болели. Год выдался золотым. За сезон казанский «Зенит» выиграл все 5 турниров, в которых участвовал. Чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Клубный чемпионат мира и вот сейчас Лигу чемпионов. Алмаз Гафият, Ильшат Мухаметов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.